Всем привет, ребят! Буквально 3 или 4 минуты назад я увидел статью о том, как вызвать Слендермена. Ну, не знаю, мне кажется, полнейший бред. Итак, для того, чтобы вызвать Слендермена, как, опять же, как пишет сайт, нам понадобится маркер, ручка, карандаш, неважно, все, что есть. И обычный листок бумаги, абсолютно любой. Ну, я еще прихватил с собой вторую камеру, для того, чтобы снимать с другого ракурса. А то мало ли что. Блядь, это полнейшее. Так. Вроде снимает, вроде все нормально. Давайте. Отлично. Итак, как утверждает этот сайт, нужно написать 8 раз Slenderman.com. Сейчас я напишу. Это первым пунктом нужно сделать. И да, нужно повторить это все 8 раз. Готовы? Давайте. Это как в детстве. Перед тем, как вызывать какую-нибудь пиковую даму, всегда вот жмет. Но ты никогда не веришь. Давайте. Slenderman.com. 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 Slenderman кам. Slenderman кам. Slenderman кам. 8 раз. Та-дам! Где Слендер? Надо проверить. Может, мы что-то пропустили, конечно. О! Так, сейчас я фонарь возьму. Ага, очканули. Да не, на самом деле у нас бывает такое, типа, дом старый, квартир в подъездах много и, ну, типа, пробки, короче, выбивает и все. Сейчас я схожу, посмотрю и... Что за подстава, б***ь? Не могло вот это говно, вы понимаете, вот сюда вот приклеиться. Слушай, что за приколы? Да, конечно, а кто мне забегал? Нет, у меня на стене какая-то хрень. А ты вообще прикалываешься, что ли? Ты только знал один, что я сегодня буду снимать вот такое вот видео. Ты один об этом знал. Ладно, все, давай, я понял, что это прикалываешься. Слендермена по-любасу не существует, ребят. Всем пока. И... подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите в описании. Короче, давайте. Не пойдешь?